Господи, я тебя очень люблю, но маму и папу больше. Это ничего. Господи, сделай так, чтобы взрослые перестали играть в войну, а я уже... Между тем, в ходе операции федеральным силам удалось добиться серьезного успеха. После двух недель ожесточенных боев установлен российский флаг. Остатки боевиков остаются в плену. Господи, вот этот мир кончится и начнется другой. Господи, я сочинил для тебя новую молитву. Дай здоровья маме, бабушке, дяде Феде, дяде Боре, дяде Саше и другим моим папам. Боже мой, если бы ты знал меня раньше, в садике, сейчас я немного сдала. Господи, я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются. Господи, знаешь, как стыдно быть ни за что бедным.
детства. Я бы с мамой дружил, а отчима прогнал. Господи, по секрету, меня поцеловал Женька. И у нас теперь будут дети. Спасибо на всякий случай. А демократия – это когда одни имеют все, а другие все остальное? Господи, когда моя собака уйдет с земли, возьми ее к себе. Ты будешь иметь настоящего друга. Месяц и какать выводи ее в 7 часов. Ест она все, не кричи на нее. Она может цапнуть. Господи, ты пишешь в Библии, что вначале было слово. А какое? Я очень хочу, чтобы дети из приютов нашли себе новых, уютных родителей. Господи, если она оглянется, то я за это на ней надолго женюсь.
Господи, как у тебя дела? Как живешь? Как здоровье? Это ты меня испытываешь? Прости меня, помоги мне из печки сделать котлету. Господи, не давай Верке Рогозиной то, что она попросит. Господи, но почему я так устроена? Господи, вчера в школе объявили, что ты есть. Здравствуй. Господи, я понял, что ты самый главный на земле, хотя живешь на небе. А тебя не переизберут?